Познакомьтесь с Сергеем. Он успешный бизнесмен в Санкт-Петербурге. Последнее время он работает над расширением своей деятельности за рубежом, а это означает, что ему часто приходится ездить в командировки в Европу и Лондон. Ему часто приходится подавать документы на визу, что занимает у него много времени. Сергей также хочет предложить своей жене Ирине и их двоим детям лучшее возможное будущее. Его старший ребенок, Георгий, скоро закончит среднюю школу, и его мечта – изучать IT в Лондоне. Но Ирина беспокоится о том, чтобы позволить своему ребенку уехать так далеко. Зная, что сложный и долгий процесс получения визы в Великобританию затруднят ей посещение сына за границей. Во время просмотра своего любимого бизнес-канала на YouTube Сергей узнал, что есть остров в Карибском бассейне Доминика, где есть программа гражданства за инвестиции CBI, которая была награждена лучшей программой CBI 4 года подряд по версии PWM публикация The Financial Times. Из двух доступных вариантов инвестирования Сергей был заинтересован сделать взнос в фонд диверсификации экономики. Сергей узнал, что за невозвратный взнос в размере 175 тысяч долларов США он может получить гражданство Доминики для себя, своей жены Ирины и двух своих детей. Сергей также был рад услышать, что поскольку программа позволяет включение родителей, он также может включать их в заявление за дополнительные 50 тысяч долларов США. Всего через 3 месяца после подачи заявления вся семья Сергея получила гражданство Доминики и затем смогла подать заявление на получение новых паспортов. Весь процесс подачи заявки и обработки заявлений по карибским программам гражданства через инвестиции носит строго конфиденциальный характер и гарантирует полную безопасность. Теперь Сергей может быстрее и проще добраться до ряда деловых центров по всему миру, включая Лондон, Цюрих и Сингапур, не обращаясь за визой. Его бизнес сейчас процветает за границей. Ирина поехала в Лондон со своей свекровью, чтобы помочь сыну Георгию выбрать жилье для учебы в колледже и чувствует себя комфортно, зная, что вся семья может навещать его, когда захочет. Сегодня семья Сергея может жить без границ и чувствовать себя полностью свободными, получив альтернативное карибское гражданство. Посетите cbiu.gov.dm, чтобы начать.